На мастер-класс собрались около 30 человек из Анапы, Геленджика, Армавира, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. Здесь не только начинающие айкидокеры, но и спортсмены, уже достигшие серьезных результатов. Некоторые имеют черные пояса. Мастер показывает технику выполнения приемов. Ученики повторяют и отрабатывают. Такие практические семинары – хорошая возможность поделиться опытом и пополнить багаж новыми знаниями. Айкидо – достаточно современное боевое искусство, зародившееся в 20 веке. В его основе лежат древние боевые техники. Практикующие отмечают, что в айкидо не нападают, а только защищаются. В первую очередь айкидо дает возможность решить проблемные вопросы другим путем. Не путем конфликта, а путем выхода из ситуации, путем наименьшего сопротивления. То есть в современном мире это очень важно. Этот семинар – один из этапов подготовки спортсменов, а также повышения квалификации. Ведь, как отмечают организаторы, занимаясь айкидо, всегда есть к чему стремиться. Это постоянный путь к гармонии тела и духа через совершенствование и оттачивание техник и приемов.